Это бразильские обезьяны-капуцины, и они очень любят пальмовые орехи. Но есть одна проблема. Чтобы насладиться вкусным деликатесом, им нужно пробить прочную внешнюю оболочку ореха. Многие из них знают принципы добычи плода, но они еще не вполне овладели техникой. Этот капуцин неоднократно пытается разбить неподатливый орех, но у него ничего не получается, и наступает полное разочарование. Чтобы добиться нужного результата, молодые обезьяны должны усвоить определенные уроки. Сначала нужно проверить камень, чтобы убедиться, что он достаточно прочен. Молодые обезьяны должны быть настойчивы, ведь чтобы расколоть орех, может потребоваться более 10 попыток. Также они должны понимать, что успех зависит не только от интеллекта. Чем крупнее обезьяна, тем тяжелее камень она может поднять. Поэтому взрослые капуцины имеют огромное преимущество перед молодыми обезьянами. Они с легкостью разбивают неподатливые орехи, а молодым еще нужно расти и много тренироваться.